А одноглазый человек вас сейчас научит чистить правильно ананас. На спелость я вас уже учил его проверять. Если с ананаса вот так, это хрень. Что-то не выдирается ни хера. Короче, блядь. Подождите. Короче, если эта штука выдирается, то ананас свежий. У нас, походу, с вами не свежий. Так и вот. Как правильно его чистить? Многие его разрезают. Но нет. Меня здесь эти научили индейцы. Я сейчас в Колумбии. Берешь вот так, катаешь сильно-сильно, полностью по кругу. Хоп, хоп и хоп. Потом такое берешь и начинаешь. Как, блядь, вы все режете, а я вот так беру. Блядь, и вот за эти хлястики держишь. Опс, и видите, выдирается. Ну и так вон он, получается как соты. Вообще заебись. Ставьте лайки.